22 апреля в стенах Казанского федерального университета прошла научно-образовательная конференция среди студентов юридического факультета. В прошлом году, в связи с ситуацией с ковидом, лишь малая часть смогла присутствовать очно. Сегодня же все места в аудитории были заняты. Данное мероприятие проходит уже 18 лет. Каждый год действующие судьи не только Республики Татарстан, но и других регионов России, таких как Саратов и Самара, не только взаимодействуют с командами, но и осуществляют оценку их позиций. В этом году участие приняли 38 команд из 30 регионов России. Это судебный модельный процесс, который предполагает участие команд со стороны студентов и реальный судейский состав, который осуществляет именно оценку действий команд. То есть это фактически это реальный судебный процесс, но он называется модельный, поскольку это, конечно же, связано с тем, что фабула дела была предложена командам, то есть они вырабатывают свою собственную позицию и представляют эту позицию уже в зависимости от того, это уголовный процесс или гражданский процесс. Как для каждого студента, так и для самого юридического факультета это важное событие. На конференции студенты могут пройти мини-практику, что в дальнейшем может поспособствовать их работе по специальности. Задать вопросы и познакомиться с действующими верховными судьями, а также узнать много полезной информации. Это очень значимый проект для юридического факультета, потому что это то, что приближает студента непосредственно к их профессиональной деятельности, то есть то, что учит их отстаивать свою позицию, выстраивать эту позицию и защищать эту позицию уже непосредственно в суде. Для победителей подготовлены призы. Научная учебная литература, который выпускает юридический факультет Казанского федерального университета, и статуэтка Фемиды, которая отправляется в тот вуз, чья команда победила на всероссийских судебных дебатах. Ася Шихмина, Фарид Захитуглы, Универньюз.